Приветствую всех, кто встречает новый день с нами в эфире «Вести утро», Кабардино-Балкария, в студии Мадина Урусова. Республика готовится отметить Великий день. Завтра по всей стране отпразднуют 69-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов. 9 мая мы чествуем героев, отстоявших свободу нашей Родины. Праздничные мероприятия в Нальчике по традиции начнутся с возложения цветов к памятникам воинам 115-й кавдивизии, нальчанам, погибшим в годы войны, и к стеле Победы. Церемонию проведут в 9 утра, а уже через час память павших минутой молчания почтят у мемориала «Вечный огонь славы». Праздничное представление «Ликуй, весна Победы» на площади перед Домом правительства начнется в 11 часов. В 14:00 хор ветеранов войны и труда даст концерт перед кинотеатром «Восток». А услышать эстрадно-духовой оркестр можно будет на площади 400-летия завтра в 15 часов. Концерт с участием звезд местной эстрады соберет зрителей на площади Абхазии в 5 вечера. Завершится праздник салютом. Огни в небе над Нальчиком зажгутся в 21 час. Чествовать героев Великой Отечественной в Кабардино-Балкарии начали задолго до 9 мая. Накануне участников войны поздравили сотрудники Нальчикской прокуратуры. Цветы, подарки и теплые слова как дань уважения героям 40-х, а также труженикам тыла, кавалерам Ордена Славы. Иван Полищук, Борис Хазан, Хакулина Амшокова. Эти имена хорошо известны в республике, но солдаты Победы всегда рады вниманию. Прокурорские работники с такой миссией в городской совет ветеранов пришли впервые и обещали сделать визиты традиционными. Мы желаем вам бодрости, силы, неиссякаемой энергии. Спасибо вам за все, дорогие наши ветераны. Только у нас не было никакой формы. Накануне в Нальчике, как и по всей стране, прошла акция «Читаем детям о войне». В Национальной библиотеке имени Мальбахова собрались школьники и студенты, чтобы еще раз вспомнить о народном подвиге. Председатель Нальчикского совета ветеранов Мустафа Абдулаев рассказал, в 41-м из Кабардино-Балкарии на фронт ушли почти 60 тысяч человек, вернулась лишь треть. Это была не Великая Отечественная, как говорят, а мы говорим, это народная война была. Воевал весь народ, советский народ, дружно народ воевал. Для современных детей и подростков Великая Отечественная – далекая история. Победы! Как считают организаторы, час одновременного громкого чтения лучших произведений о войне поможет сохранить память о прошлом. Я родом не из детства, из войны. И потому, наверное, дороже, чем ты, ценю и счастье, тишины, и каждый новый день, что мною прожит. Четыре бойца Великой Отечественной, один из которых офицер, нашли свой последний приют. Накануне в братской могиле селения Верхний Курб перезахоронили найденные останки. Поиски велись на Курбских высотах с лета прошлого года. В работе представителям поискового отряда городского округа Нальчик помогли коллеги из Подольска. Сверялись документы, проводилась рекогносцировка. Специалисты несколько раз выезжали на местности, только потом приступили к раскопкам. Вещи, которые помогли бы установить имена погибших, увы, не сохранились. В торжественной обстановке останки советских воинов похоронили в братской могиле. Находится она на территории сельской школы. Там же, в музее, хранят и артефакты времен Великой Отечественной, ученики не забывали, какой ценой достался Родине мир. Война началась 22 июня в 4 часа утра. Все люди спят, а фашисты незаметно подкрались и сразу напали на нас 1941 года. У тебя тоже кто-то воевал? Да, отец моего дедушки воевал. На Курбских высотах он воевал. Поражает то, что погибали невинные люди, все время лилась кровь, то, что погибали дети. И пока это все, увидимся в следующем часе. Приветствую всех, кто встречает новый день с нами в эфире «Вести утро», Кабардино-Балкария, в студии Мадина Урусова.
Республика готовится отметить Великий день. Завтра по всей стране отпразднуют 69-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов. 9 мая мы чествуем героев, отстоявших свободу нашей Родины. Праздничные мероприятия в Нальчике по традиции начнутся с возложения цветов к памятникам воинам 115-й кавдивизии, нальчанам, погибшим в годы войны, и к стеле Победы. Церемонию проведут в 9 утра, а уже через час память павших минутой молчания почтят у мемориала «Вечный огонь славы». Праздничное представление «Ликуй, весна Победы» на площади перед Домом правительства начнется в 11 часов. В 14:00 хор ветеранов войны и труда даст концерт перед кинотеатром «Восток». А услышать эстрадно-духовой оркестр можно будет на площади 400-летия завтра в 15 часов. Концерт с участием звезд местной эстрады соберет зрителей на площади Абхазии в 5 вечера. Завершится праздник салютом. Огни в небе над Нальчиком зажгутся в 21 час. Чествовать героев Великой Отечественной в Кабардино-Балкарии начали задолго до 9 мая. Накануне участников войны поздравили сотрудники Нальчикской прокуратуры. Цветы, подарки и теплые слова как дань уважения героям 40-х, а также труженикам тыла, кавалерам Ордена Славы. Иван Полищук, Борис Хазан, Хакулина Амшокова. Эти имена хорошо известны в республике, но солдаты Победы всегда рады вниманию. Прокурорские работники с такой миссией в городской совет ветеранов пришли впервые и обещали сделать визиты традиционными. Мы желаем вам бодрости, силы, неиссякаемой энергии. Спасибо вам за все, дорогие наши ветераны. Только у нас не было никаких. 4 бойца Великой Отечественной, один из которых офицер, нашли свой последний приют. Накануне в братской могиле селения Верхний Курб перезахоронили найденные останки. Поиски велись на Курбских высотах с лета прошлого года. В работе представителям поискового отряда городского округа Нальчик помогли коллеги из Подольска. Сверялись документы, проводилась рекогносцировка. Специалисты несколько раз выезжали на местности, только потом приступили к раскопкам. Вещи, которые помогли бы установить имена погибших, увы, не сохранились. В торжественной обстановке останки советских воинов похоронили в братской могиле. Находится она на территории сельской школы. Там же, в музее, хранят и артефакты времен Великой Отечественной, чтобы ученики не забывали, какой ценой достался Родине мир. Война началась 22 июня в 4 часа утра. Все люди спят, а фашисты незаметно подкрались и сразу напали на нас 1941 года. У тебя тоже кто-то воевал? Да, отец моего дедушки воевал. На Курбских высотах он воевал. Поражает то, что погибали невинные люди, все время лилась кровь, то, что погибали дети. Предстоящему Дню Победы был посвящен ежегодный республиканский турнир по дзюдо среди юношей. Он состоялся накануне в Нальчике в спорткомплексе КБГУ. Состязаниям предшествовали приветственные речи и короткая концертная программа. Всего за победу на татами боролись около 130 спортсменов 9-10-летнего возраста. Совсем непросто пришлось дебютантам турнира, но, по словам уже титулованных дзюдоистов, это им только на пользу. Конечно, эти соревнования, тот, который вытерпит и пойдет до конца, это начинание для будущих олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы, России, разных возрастных групп. Надеемся, что из этого поколения от нашей республики как минимум в каждой весовой категории выйдет один из лидеров российского дзюдо, а то и мирового дзюдо. В итоге больше всего наград завоевали дзюдоисты Нальчика. Второе и третье место у спортсменов Терского и Майского районов. И на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Удачного дня!